Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале разборов анонсов, обзоров телепередач, который имеет название «Телеклуб Оксаны Гетман». Сейчас мы с вами поговорим о проекте «Холостяк», а именно о том, что будет в следующем выпуске. А в конце этого видео я вам скажу, кто же из девочек победит. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болеете. Так вот, в следующей серии Джессика идет на свидание с холостяком. Мы это все знаем, но будут огромнейшие сюрпризы. Зайка ворвется в их свидание, прилетит на это шикарнейшее застолье, в кавычках, у берега моря и начнет целоваться с холостяком. Опешают все. Конечно же, она не сама это придумает. Ей подскажут редактора. Они подскажут, где будет это свидание, как добраться. Поэтому не думайте, что девочки абсолютно все выдумывают сами. Есть вещи, о которых они могут даже и не знать. Представляю себе возмущение Джессики. И даже холостяк будет немножко возмущен. Неловко будет всем. Но хуже всего, что в анонсе показали, будто Джессика уйдет с этого шоу. Зайка вытеснит ее на этом свидании, но это неправда. В финале как раз останутся Джессика и Зайка. И победит Зайка. А вам кто больше нравится, Зайка или Джессика, напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!